Мы погуляли по старому городу, несколько замерзли, проголодались. И вот сейчас мы пойдем перекусим в пиццерию в Неаполь. Мы пришли в пиццерию в Неаполь. Нам принесли меню. Такое вот видавшие виды. А что у нас тут есть в этом меню? Холодные закуски, сыры, тартар, уголь, салатики. Самая дешевая закуска у нас 390 рублей, салат 320 рублей. Супы два вида, крем-суп из тыквы, лапша с цыпленком, 240 и 290 рублей. Горячее блюдо 490. Паста самая дешевая 240 с песто с пармезаном. И пицца. Вот мы выбрали пиццу с креветками, цукини и кремом маскарпоне по рецепту нашей постоянной гости Марии Беловой. Посмотрим, что нам принесут. Также здесь есть роллы. Кстати, наверное, их недавно стали делать, потому что раньше их тут не было. Нам принесли пиццу. Сейчас я ее буду пробовать. Так. Отрезаю кусочек. Пицца неплохая. Тесто тонкое, но мягкое. Тает во рту. Соус вкусный. С креветку попробую. Тоже вкусно, красиво выглядит. В общем, тут достаточно неплохая пицца. Мне нравится. Лучше, чем в томате. Чувствуется более дорогой сыр. Тесто тонкое. Мне нравится. Посетили кафе Неаполь, покушали пиццу. И подводя итог, что мы можем сказать. Место симпатичное, здесь такой приятный интерьер, приятно находиться. Есть отдельный зал для детей. А минус то, что здесь мало столиков. И я думаю, что в новогодние праздники здесь будет столпотворение. И здесь даже сейчас вот вечером все было занято, и людям даже поставили дополнительные столы. Цены здесь не из дешевых по городу, можно найти дешевле. По вкусу пицца была неплохая, но прям, ну, не сказать, что прям супер. Ну, в общем, на, наверное, твердую четверку. Еще здесь действует приложение «Старый город». Когда вы скачиваете приложение, ваш первый подарок – это меренговый рулет. Девушка сказала, что она уточнит, есть ли он в наличии, и забыла про него. Вообще, официанты очень суетятся, бегают. Ну, обслуживание реально быстро. Мы ждали не только свою пиццу, но из-за того, что они очень суетятся, они, видимо, забывают, о чем мы просили клиенты. И, по идее, должны начисляться баллы за каждый заказ. Вот сейчас мы спросим, начислят ли они баллы в наших приложениях.